Добрый день, уважаемые зрители. Мы сейчас с вами находимся на одном из участков предприятия «Соломаш». На сегодняшний день здесь происходит интересное событие. Мы запускаем первый процесс, который позволяет нам серийным способом получать сердечники статора и ротора, которые будут использоваться в углошлифовальных машинках и в бытовой технике, в инструментах, квадрокоптерах тяжелого класса и прочих изделиях. Чем знаменателен этот момент? Дело в том, что сам техпроцесс, вот мы посмотрим, да, он давно известен, реализуется с помощью кривошипно-шатунного штампа, пресса вернее, и штамповой оснастки. В данном случае это пятиоперационный штамп, который нам позволяет готовые сердечники получать. Вот в данном случае они лежат. Это вот сейчас ребята работают, вон там лежат. Это пакеты ротора, здесь пакеты статора. И пройдемте посмотрим результат работы за один день. Здесь вот 910 лежит, это за выходные дни сделаны. Значит, пакет статора ротора выходит каждые 15 секунд из этого штампа. Соответственно, в минуту, можно несложно посчитать, это 4 пакета. На 8 часов, вернее, на 60 минут, 4 на 60, 240, на 8 часов, ну, соответственно, это 1600 с лишним, ну, где-то 1500 в смену, ну, позволяет делать. Соответственно, можно считать, сколько за 21 день рабочий можно сделать и сколько за год. Это вот те цифры, которые есть. Значит, пройдемте дальше. Вот стоят барабаны. В этих барабанах сейчас мы увидим ленты. Вот как выглядит работа. Вот зарядная лента, да. Вот смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это технологическая операция, которые выполняются. 5 операций. Вот здесь вот тоже видно, да? Раз, два, три, четыре. Это ротора уже выбивают. 5, 6. И на выходе выходит уже статор. Но этот станок позволяет делать не только эти двигатели, но и двигатели других габаритов. Вот у нас лежат, ждут своей очереди своих материалов два штампа. Это для изготовления сегментов, вот таких вот сегментов. Вот они. Для 318 габарита. Это двигатели, которые идут на мотылька. Вот тоже видно, да? Вот они завернуты. Вот двигатели, которые потом с сегментов собираются и отливаются. Значит, сырьем, исходным сырьем для производства является лента. Вот из этой ленты с помощью оборудования делают все эти детали. Чем знаменателен сегодняшний день? Это тем, что выполнена штамповка определенного количества, определенного объема. Это больше 1000 изделий. И этот объем уже позволяет нам запустить техпроцесс. Потому что ротора пойдут на заливку. Вот сюда пройдемте дальше. На заливку беличьей клетки. Эта заливка как в 318, так и в этом габарите будет выполняться вот на вот этой вот машине. Ждем оснастку. Для нее пока оснастка не пришла, мы заливаем в кокель. Это выглядит вот таким вот образом, да? Вот он, это залив. Причем вот этот ротор с прямым пазом, а это вот со скошенным пазом.
Вот такие вот красавцы, которые уйдут на проверку и дальше на обработку. И вот что же следует отметить. Эта машина позволяет нам запустить процесс, именно высокопроизводительный процесс, с минимальной себестоимостью, с минимальным использованием ручного труда. Пока что вы там наблюдали, что с конвейеров руками отбираем, но там будет установлен поперечный конвейер, который будет уже направлять штампованные сердечники в контейнера. И уже дальше контейнера пойдут в работу. Пакеты ротора приходят сюда, пакеты статора уходят на другой участок, где они, в них будут смонтирована пазовая изоляция. Но перед этим все эти детали будут проходить отдел технического контроля, который создан, оснащен. И только потом пойдет производство. После установки пазовой изоляции мы уже дальше направим его на участок, на котором будут втягиваться обмотки. И вот запуская этот техпроцесс, мы уже можем брать людей и давать им работу. Потому что принять сотрудников и просто держать их, чтобы они ходили здесь, скучали, этого делать нельзя. Это первое. Второе, мы всегда стараемся делать тех процессы таковыми, при котором используется минимум ручного труда. Поэтому что на этой машине, что на тех машинах, там минимальный труд. Это зарядить машину, включить ее и дальше контролировать работу, занимаясь параллельно другими работами. И это обеспечивает низкую себестоимость. Потому что основные налоги у нас лежат в зарплате. А вот когда мы механизируем, все становится намного проще. Кстати, хочу отметить, что имея подобный штамп, мы на данном этапе можем, я имею в виду кривошипный шатунный штамп, как этот станок, мы можем при наличии оснастки штамповать сердечники и для BLDC-двигателей. Поэтому заинтересованные организации, которые это интересуют, их процессы, пожалуйста, обращайтесь. Пока есть лимит времени. Вот. И я полагаю, что мы сможем оказать определенный объем услуг, тем больше, что этот станок может работать все три смены и может быть задействован для оказания услуг на сторону, естественно. И хочу отметить еще одно, что вот проведение пусконаладочных работ, когда вот там вы видели специалиста, который работает это из Китая, при проведении пусконаладки мы уже сделали, в принципе, хороший задел. Вот поэтому даже невзирая на то, что у нас еще не решен вопрос с архитектурно-градостроительным решением, завершением, разрешение на завершение строительства, там, разрешение на эксплуатацию, мы в процессе пусконаладки уже делаем то, что нам нужно. Спасибо. До новых встреч.